Мы побыли на Чернобыле. Интересно было посмотреть на прошлое, окунуться в город, увидеть, как он, как бы сам город окунулся в природу, все заросло. Может, осенью побольше можно было бы увидеть, но да, все понравилось, все интересно. Добрый день! Хочется поблагодарить компанию «Go to Чернобыль» и лично Гида Ярослава за прекрасную возможность увидеть город Припять, Чернобыльскую атомную станцию. Мы получили массу удовольствия. Конечно, очень печально, что мы находимся на детской площадке, и должны кататься дети, получать удовольствие, а сейчас такое запустение. Это очень печально, тем не менее, эта история должна нас научить жить и работать, как же дальше. Спасибо! Приветик, ребята! Экскурсия очень сильно понравилась. Это была моя мечта. Сумы, приезжайте. Я сама из Сум. Вам очень понравится. Город Днепр на связи. Приехали в тур в Чернобыль. Хотим выразить большую благодарность нашему гиду Ярославу, который провел нам замечательную экскурсию. Всем рекомендуем. Было супер. Отлично. Приезжайте. Спасибо за этот тур. Очень нравится. Нравится ваша увлеченность, потому что вы отвечаете на все вопросы. Что еще? Переживаю через себя, потому что очень много родителей и друзей здесь было, родителей и одноклассников, поэтому так, достаточно болезненно. Плюс возвращение в детство, хотя я из Киева, но что-то помню, что-то нет, особенно эти автоматы с газировкой. Спасибо. Всем привет, меня зовут Никита. Воспользовался возможностью поехать на экскурсию ЧАЭС. Атмосферой, гидом очень доволен. Плюс места очень колоритные, очень знатные. Опять-таки, это история нашей страны и история даже мира в целом. Потому что эта катастрофа не оставила никого равнодушным, на самом деле. Многим мои друзья скоро будут пользоваться этой поездкой, и я очень даже прям настоятельно рекомендую, ребята, если вы не были, езжайте, побывайте, посмотрите. Это действительно полезно, это вот в хорошем смысле слова гамма новых ощущений и впечатлений. Спасибо. Спасибо. Ну как, вам понравилось? Мне все понравилось, я даже увидела больше, чем ожидала, поэтому я счастлива. Нам очень повезло, мы последние... Очень много впечатлений, море впечатлений. И мне даже кажется, что гораздо больше, чем у других. Поэтому все супер. Спасибо. Все было просто круто. Сбылась мечта идиота. Хочу сказать огромное спасибо группе «Go to Чернобыль». Это самое интересное, вот серьезно, вот сейчас не обманываю абсолютно, самая интересная и насыщенная экскурсия в моей жизни. Спасибо огромное Александру, нашему куратору, экскурсоводу, лидеру группы за его очень доброе и... за его очень... Хорошую работу. Какие впечатления? Впечатления смешанные, потому что это очень интересно, да? Ходишь, и город заброшенный. После такой трагедии одновременно грустно, потому что большая трагедия произошла. И я понимаю, что на самом деле могло быть еще намного хуже. И меня могло быть и не быть, потому что я как раз родилась в это время, когда происходит катастрофа. Драматично.